Большое спасибо всем, кто поделился моим видео в Одноклассниках. Вы видите 834 просмотра. У меня даже не установлен флешплеер, сори. И я хотела бы зачитать вам комментарии от девушек, которые тоже пострадали от пенсионного фонда. В частности, комментарии звучат таким образом. Вот пишет девушка. Я не предприниматель, но тоже... Помотали меня судебные приставы, сняли деньги понемногу с 4 счетов. Когда доказала, что долга нет, еле выходила свои деньги назад. Когда пришла в очередной раз ругаться с ними из-за того, что долго не возвращают деньги, их аргумент «не знаем ваш счет, отправляли вам деньги, а они вернулись к ним». Когда снимали деньги, то почему-то знали мои номера счетов. В общем, успеха вам тут желаю. Потом... Еще, значит, пишет девушка, у меня с карты снимают деньги, то есть вот пишет девушка, ну и тут дальше как бы я прикалываюсь. Да, я тоже согласна, беззаконие и неграмотность, судебные приставы порой просто переходят все рамки. Совсем недавно боролась с ними, и как юрист, конечно, доказала свою правоту, вернула деньги, но неприятный осадок остался. Я очень рада тому, что сейчас, в данный момент, уже 800 с лишним просмотров первого видео насчет того, что у меня арестовали счет только на Одноклассниках. Вообще я зарегистрирована в огромном количестве социальных сетей, но YouTube считает только переходы с YouTube, то есть непосредственно, когда это посмотрели на YouTube. Это не значит ничего... Вот эта ютубовская цифра, то есть и те, кому кажется, что ой-ой-ой, значит, там у Швец тухляк на канале, ну вот я вам показываю, какой тухляк на канале. Может, на канале-то и тухляк, а как бы там, где люди реальные, вот, сейчас, секундочку. Вот так вот мы открываем. Тут я только разместила пост, уже 200 с чем-то просмотров. И здесь вот он размещен несколько дней. Это, ну вот на данный момент 79 лайков, 11 репостов, 13 комментариев и 834 просмотра.